как люди могут работать на солнце. Это же непостижимо. В социальных сетях в минувшие выходные появился новый флешмоб. Люди делятся показаниями уличных термометров. По словам горожан, температура в городе переваливала за плюс 40, но официальный новый рекорд июня – плюс 37,5. Это на градус выше максимального показателя, который держался с 2002 года. Кроме того, знойный конец июня побил еще несколько погодных рекордов. 28 июня температура воздуха максимально составила плюс 33,7 градусов. Предыдущий рекорд был в 2018 году, плюс 32,9 градусов. 29 июня температура воздуха составила плюс 35,2 градуса. Предыдущий рекорд в 33,7 градусов наблюдался в 1928 году. И главное, 30 июня 2024 стало самым жарким летним днем в истории Красноярска. Температура превысила предыдущий максимальный дневной показатель в 34,4 градуса, который был установлен 30 июня 1992 года. По прогнозу синоптиков, июль в Красноярске будет не менее жарким, снова выше нормы. Только теперь красноярцам придется прятаться не только от палящего солнца, но и от дождей. Уже завтра днем небо затянет тучами и пройдет небольшой дождь, но свежее не станет. Термометры покажут плюс 28 в светлое время суток и плюс 17 ночью. В среду снова плюс 30. Небольшой дождь, который, возможно, пройдет и ночью. Такая же погода будет в четверг. Пасмурно, кратковременные дожди, но уже плюс 26. К выходным тучи над нашим городом разойдутся, выглянет солнце и никаких осадков не ожидается. Дожди обещают только к началу следующей недели. По предварительному прогнозу, на весь июль жара отступать не собирается. Средняя температура будет выше 20 градусов. Прохладнее станет только в 20-х числах месяца. Стихийных бедствий синоптики не обещают, но и зонтики далеко убирать не советуют. Павел Горшанов, Василина Потылицына, Новости Прима.